9 ледовых переправ на территории республики функционирует 9. Напомним, что вчера открылись 2 переправы через реку Индигирка в Омском районе грузоподъемностью до 3 тонн и в Нюрбинском районе через реку Марха до 2 тонн. На сегодняшний день запланировано открытие еще 6 переправ, из них 2 муниципального значения в Омгинском и Нюрбинском районах. Оставшиеся 4 федерального значения на автотрассе Вилюй. В настоящий момент идет приемка данных переправ комиссии. Также в республике уже начались работы по пробивке сезонных автодорог. По словам автодорожников, погода в этом году дает свои коррективы открытия автозимников. Этот год, как показывает служба гидрометеослужбы, да, у нас идет как бы отставание от сроков открытия ледовых автозимников примерно на 10 дней. И то есть интенсивность намораживания ледяного покрова, да, идет как бы меньше в зависимости от, ну, тех же показателей прошлого года. И как бы задержки. Ну, тепло, да, тогда. Да. Но все равно дополнительно же намораживающий аппарат работает. Да? Ну, если даже работают эти аппараты, да, намораживающие, то есть мы намораживаем точно до сверху, но идет менее интенсивнее, чем это было бы при минус 40, там, минус 50 градусов, конечно. Но сейчас все видят, что на улице стоит теплая погода. Это все влияет на, ну, на более поздние сроки открытия ледовых автозимников.